Всем привет! Продолжаем смотреть российский футбол и отправляемся на береги Волги, город Саратов. Здесь откроется воскресная программа 8-го тура МЛБ первой лиги. Сокол принимает Шинник на родном стадионе Локомотив. Но так получилось, что 8-й тур оказался между летом и осенью. Сегодня первый день осени, день знаний, с чем мы и поздравляем всех тех, кто уже завтра пойдет или в школу, или в университет. По краям Егор Карпицкий, 92-й и 77-й Дмитрий Сасин. В атаке Артем Максименко, номер 55, главный тренер «Сокола» Алексей Анатольевич Бага. Шинник Ярославль. Зенков. Подача мягко. Олейников сбрасывает мяч к Саревски. Как только пришел в «Сокол», то с позиции первого номера в воротах все стало понятно. И как будто бы есть свободное пространство вот здесь на правом фланге. Сасин подает. Удар молодцовый. Это было близко, это было опасно. Но вот на 41-й минуте, пожалуй, первый голевой момент в нашем матче случился. Разыграли. Зенков и Сухомлинов. Сухомлинов. Пробить решил. Косаревский справляется. Добивание. И не попадает. Нене по чужим воротам из близкого расстояния. Просто не попал в рамку 7-й номер Шинника. Попадай, забивай. И вышла бы его команда вперед. Сухомлинов. Дальний удар Сухомлинова. Ну, прямо в руки Петру Косаревскому. Шакура и Косогоров будут действовать по бровкам. То есть в атаке эта схема будет выглядеть никак иначе, как 3-4-3. Сокол в атаке. Саадуев. Очень хорошая у него техника. Удар Шамиля Саадуева. Денис Вамбольт мяч фиксирует. Мог, конечно, и поточнее пробить Шамиль Саадуев. Здорово он соперника убрал одним движением, а потом пробил не самым удачным образом. Юзефчук. Он свежий, он идет вперед. Одного обыграл, второго обыграл. Дальше с мячом расставаться нужно. Нужно доводить дело до удара, но вот нет возможности. Максименко. Его удар, перекладина. Вот это удар. Ударище от Артема Максименко. Попади мяч в ворота, буквально сантиметров 5 ниже. И был бы гол, красавец. Хотя, смотрите, Черный там же у мяча. И это удар по воротам. Вот такое решение. Наверное, не самое явное, но это тоже не самый сложный удар в карьере Петра Косаревского. Один из последних стандартов «Сокола» в этом матче. Подача. И до удара дело дошло. Иванов пробил, но не попал в ворота. Чуть бы пониже шел мяч. Жамалетдинов не решил идти обыгрывать. Последняя атака. И я думаю, что если будет передача назад, то последует финальный свисток. Катает мяч Шинник, и все. Да, друзья. Заканчивается матч. Матч, в котором было не так много моментов, но все-таки они были. Реализация подвела и тех, и других.